Богдан начал свою работу первая международная инновационная школа. Главная цель – приток новых идей и людей в сферу инноваций и энергосбережения. Инициаторы проекта – национальной компании «Казатомпром» и Ассоциация ядерного общества Казахстана. В открытии школы приняли участие ведущие специалисты из Казахстана, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и России. Рассказывает Денис Онищенко. В рамках работы школы в Октаву прошел круглый стол на тему «Энергия, химия и вода». Не случайно местом его проведения стало предприятие «МАЭК Казатомпром». Оно является единственным производителем в регионе воды, тепла и электроэнергии. Я стал все делать когда-то впервые. И первый в мире ядерный реактор, и первый в мире опреснение в таких масштабах, и освоение безжизненной пустыни, и много новых химических производств создавалось. Здесь такая земля, которая родит инновации. Компания «Казатомпром» планирует продолжить эту традицию. Вскоре именно в Октау начнется создание химического кластера. В реализации проекта примут участие немецкие компании. В регионе будут построены 10 новых заводов по выпуску химикатов, которые пока завозятся из-за рубежа. В Казахстане имеется весь набор сырья для производства таких химических продуктов. Имеется в Октавской области. Имеется в Павлодарской области, имеется в Джамбульской области. И было принято решение сотрудничества между Германией и Казахстаном в развитии вот этих отраслей. Также специалисты обсудили вопросы развития альтернативной энергетики, современные технологии в проектировании атомных станций и перспективы энергосберегающих технологий. А инновационная школа должна оказать интеллектуальную поддержку государственной программе по форсированной индустриализации. Страна станет инновационной тогда, когда у большинства людей будет инновационное мышление. Но Станислав Вячеславович правильно сказал, инновация не только в технике, в конкретных приборах, установках, а максимальное количество молодежи мы будем привлекать, чтобы студенты, местные жители слушали это и понимали, и учились инновационному мышлению. Денис Онищенко, Ренат Дусалиев, агентство «Хабар» из Октау.